Этого моря еще нет на географических картах. Совсем недавно оно создано человеком в горах Таджикистана. Его воды будут вращать лопасти турбин Нурекской гидроэлектростанции. Сюда, на берега Вахша, из всех союзных республик пришли машины, оборудование, материалы. Впервые в мире гидростанция сооружается в зоне 9-бальной сейсмичности. На строительных площадках Нурека трудятся представители более 40 национальностей Советского Союза. Почти все они молоды, но имеют немалый опыт в гидростроительстве. Молот и начальник строительства Юрий Севинар. Эти кадры сняты 10 лет назад, когда он еще студентом-дипломником начал работать прорабом на строительство Красноярской ГЭС, самой мощной станции на сибирской реке Енисей. Здесь проявился его талант гидростроителя. Уже инженером он принимал участие в сооружении Асуанской плотины, возведенной на берегах Нила с помощью Советского Союза. Теперь Юрий Севинард руководит этой, одной из крупнейших гидростроек нашей страны. Строители Нурека отметили 50-летие образования СССР досрочным пуском первого агрегата. На торжественный митинг в Нурек приехали руководители партии и правительства Таджикской республики. Было зачитано приветственное письмо генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева, адресованное строителям Нурека. В нем отмечалось огромное значение Нурекской ГЭС. Она будет снабжать электроэнергией все республики Средней Азии, а водохранилище напоит пустынные и засушливые земли. Нурекская ГЭС уже дала первый ток. Мощность всех ее агрегатов составит 2 700 000 киловатт. Кавказа, на юго-востоке Грузии, одной из 15 равноправных республик Советского Союза, живут хефсуры, народ, который в царской России называли умирающим племенем. Судьба семьи Нателлы Ачаури – наглядный пример тех перемен, которые произошли в жизни хефсуров при советской власти. В столице Грузии Тбилиси, на проспекте имени Важиб Шавела, сооружается памятник этому великому грузинскому поэту. Автор скульптуры – сын Нателлы Ачаури Георгий, заслуженный художник республики. Известен он и как автор иллюстраций к литературным произведениям. Дочь Нателлы, Тинатин, доктор исторических наук. Она изучает историю хефсурского края, быт и искусство своего народа. Исследованию природы Хефсуретии посвящены работы другой дочери, Дедеко, кандидата биологических наук. Традиционным для хефсуров искусством чеканки занимается их брат Ираклий Ачаури, заслуженный художник Грузии, лауреат государственной премии СССР. Его работы экспонировались на выставках во Франции, Соединенных Штатах Америки, Болгарии, во многих других странах мира.
Чеканные панно Ираклия Ачаури украшают новый дворец бракосочетаний и другие здания Тбилиси. Такова сегодня судьба хефсуров, полноправных граждан советской страны. Есть о чем рассказать своим сверстницам Ире Воробьевой. Ленинградских фигуристов, 14-летнюю Иру Воробьеву и 18-летнего Сашу Власова в этом году включили в сборную команду СССР. Ярче, красочнее, веселее. Спину, Саша, спину. На традиционные международные состязания на приз «Московские коньки» во дворец спорта в Лужниках съехались известные фигуристы Канады, Италии, Японии, ГДР, других стран, сильнейшие мастера советской школы. В течение нескольких дней демонстрировали на московском льду свое мастерство участники международной встречи. Выступают школьница Ира Воробьева и студент Александр Власов. Ира Воробьева и Александр Власов заняли первое место в парном катании и завоевали приз «Московские коньки». Это первая международная победа юных фигуристов. И мы верим, что молодые призеры еще не раз испытают радость победы.